Итак, наконец-то мы дошли до нашего красивого босса. Skeletal Dragon, который находится в Ice острове. Ice Dungeon. Нет, не Ice Dungeon, это получается Dead Side, правильно? А тут он не так называется, ну ладно. Сильный босс, считается. Вот это второго уровня босс. По уровней боссов. Ну вот, попытаемся его убить сегодня. Я 20-й левел арчер. Вроде особую проблему не надо будет. Пока что все идет как планировано. Кидаем жар птицу. Убиваем его. Нам надо стать на 130% дамеджа. Получается сколько там сейва. Ой-ой-ой-ой. Вот. Так и сдохнуть можно. Близко. На 130 стоим. Хилимся. Плохо. Опа, это уже на каждое движение я уже начинаю панику делать. Так, жар птица умирает. Вызываем нового. Так, жар птица вызвана. Там всегда, что полную хп. Жар птица сдохла. Как? Интересно. Вот это у нас прикол. Интересно, гост лама у нас сдохнет или не сдохнет? Не очень хорошо получилось. Вроде далеко были, под инвиски стояли. Но все-таки... Все-таки ауэ дамедж наш нас достиг. Или как лучше говорить. Надеюсь, дойдем до трупика. Походу, гост лама у нас еще живая. Почти. А, да. Красота. Да. Да, да, да. Бывает же. Почти спасли свою ламу, но... Ну никак не получилось. Так, давай вызывайся. Надо было сразу вызывать, наверное. Бинты нет, ничего нет, ну. Место не очень хорошо для смерти. Оп-оп, красиво. Чё, обратно в делу. Так, где наш бэкпэк? Вот и нас. Wooden box. Нам не надо, нам надо наш транспорт. Dexterity 23. Ой, 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 еще не готов же. Да, да. У босса опять полную хп, так что начинаем заново. Без гоуст лама.
очень идеально все проходит. Говорится, intense fight. Intense. Так. И опять ауэ дэмэдж по нам... Он даже на, не на нас в фокусе, но ауэ дэмэдж убил нас. Тронул нас. Пам-пам-пам-пам. Вассанор сразу банка. Только желательно за стеной. Чтобы если он кидает детект, тогда он бы сразу вас не увидел. О! Это было быстро. Фу. Это было быстро. Чё ты на меня сразу? Тут вроде ничего плохого не сделал пока что. Ты меня два раза уже убил, а ты хочешь еще меня. Да я тебя хоть разок убью. Вот это тут я ж тупанул. Реально тупанул. Бывает. Только транспорт у нас, что у нас осталось там, Орн вообще статус не дает. О боже. Да. Как же я так тупанул опять? Оклок. Плюс два дакса. Офигенно. Ой. Это долго будет. Сегодня он нам плохо дела. А это... Талисман не забыл взять с собой. Вот в чем дела. О, да. Дракончик, спокойненько. Опа. Спокойненько, не трогай, значит. Жар птицу убивай. Меня не трогай. Что ты на меня слил? Реально. Тупанул.
English Clipper. Сразу две магии. У вас анорт и ауэ дэмэдж. Некрасиво. Босик, тихо. Опять у него полный хп. Да, этот Васанарт, он быстро кидает. Бывает, бывает же такое. Если не повезет, можно и час тут насидеться. А если повезет, тогда 5 минут их хватит. Да ладно, уйди от меня. Ой. Та-ра-та-та-та, как так? Только вызвал сразу хп. От меня, пойди, пожалуйста. Уйди же. Хватит с вас анор делать. Да чё ты творишь? Да ладно, два раза ударил, все. Два раза ударил. Да даже только один. Жирный ты у нас. Красота. Сколько там хп-то было? Почти полное хп, не?
Да чё ты тупанулся? Как у нас там реплей? Сложно нам сегодня. Сложно. Реально сложно. И опять полный хп. Транспорт. Че? Попробуем. Так, с Агилиси. Трян, я ничего не снял. Вот вам курс от ВОУ. Че? Нифига он детект хайд. Сюда. Толстый у меня пальцы. Жмекал тут все кнопки подряд. На-на-на. Да ладно, чё я не делал? Да ладно, так дело не делается. У меня инвиски закончились, а что говорить? Как? Почему? Почему так?
О, боже мой! Почему он меня убил за стеной после Хайда? Ладно, сделал детект Хайд. Где мне инвиски пропали? Виски. Это будет жуткий фейл. Виски должны быть тут. Нету. Нереально закончились виски. Без инвизок будет вообще. Как так-то? Попробуем еще раз сдохнуть, все. Отбой. Жуткий фейл. Ну да, не думал, что я так много раз сдохну. Попробуем через углох. Может так легче получится. Инвизок вообще весело. Ну так хорошо, идем. Пока что. Как начнет Массанор делать? Массанор, релпор, и все, хватит. Под Хайдом. Ху-ху-ху. На третье уже, да? Ну, значит, третье. Полно. Да, у нас весело. Воу. До сюда дошло. Это да. Почему? Жар-птица физлит. Ха. Часто такого не бывает. Ой, шо, не захилился. Хорошо.
Уйди! Уйди! Да ладно, что ты на меня? Хорошо. Так и обоссаться можно. Тут. Жар птица нас покинула. У нас большой минус. Вот до половины еще не дошло. Да ладно, ты что, успокойся. Надо же сразу так на меня накидаться. Окей. О, да. Да, близко. Успокойся. Уйди. Тихо. Эти детекты не нравятся никому. Да ладно. Слушай, видел меня. О боже. О боже мой. Да ладно, успокойся. Да ладно, почему? Все нечестно. Начинает тут мне кидать своего санорта. Пара-пам-пам-пам. Так. Да ладно. Совсем нечестно. А, да.
Варвар не снялся. До половины дошел, и что, у него полный хп будет? Больно, больно, больно. Не хочется же так остаться. Почти полный. Пока я все найду, уже будет полный. Да, это бывает просто невезунчик. Забыл. Ну, то есть недостаточно взял инвизок. Плюс то, что он басанор кидает. Пиздец как часто. Я его раза 2-3 убивал соло. О, даже не ударил. Даже не ударил, как он кинул басанор. Просто по полу карты. Thank you.
Ух ты, наконец-то. Наконец-то. О, смешно, даже лута никакого нет. Почти. Сто восемьдесят старых. Вербов спанг. Наконец-то добили его. Тяжко было. Полтора часа прошло на босса. Не на босса, а на весь данжен. Спасибо, что смотрели. До свидания, удачного вечера.